благотворительный марафон «Допомагаючи життю». Сегодня Международный день защиты детей. День вспомнить всем тем, у кого есть дети или кто занимается с детьми, что у них есть права, и мы как родители должны их соблюдать. Мало кто об этом говорит, но хотелось бы, чтобы мы все об этом помнили. Среди детей есть отдельная категория детей. Есть те дети, у которых есть ограничения, физические либо психические ограничения. Часть из них находится под опекой Гродненского детского хосписа. И сегодня совместно со второй детской поликлиникой и отделом образования, спорта и туризма мы проводим второй городской благотворительный марафон. Сегодня он отличается от первого тем, что существует такое большое разнообразие у нас забегов. И символический забег мы начинаем с тех деток, которые находятся в очень интересном возрасте, они еще не умеют ходить, но умеют уже ползать. Поэтому попрошу пройти туда, вот там маты находятся. Коля, иди быстрее, буфер гоняй. Да соберу ты экватором.